У нас уже недоброе утро, уже 12 часов. Будем сейчас с Гришкой обедать. Папы нашего еще нет, борщик у нас. И доедаем колбаску кровянку домашнюю, шашлычок, еще даже рыбка на костре, которая у нас была. Все, монтирую видео, потому что я вообще забросила свой YouTube. Лето такое время, когда не хватает ни на что времени, простите за тавтологию, но хочется сделать больше, и вот сейчас у меня как раз есть свободное время, чтобы сесть и аж за первое число, хотя сегодня уже 9 июля, но я вот монтирую за первое. Я наконец-то достала свою кастрюльку для закатки, сейчас буду закатывать компот, потому что Гришка аж три миски большие жерделы насобирал, поэтому вот сейчас вот это вот первая кастрюлька, будет их три получается. Мама уже купила крышечки, не знаю, сейчас еще узнаю, почем они. В общем, 50 штук, по-моему, тут, да, 50 упаковка. И будем ее распаковывать и начинать катать сегодня. Но почему-то крышку от этой кастрюли я теперь не могу найти, не знаю. Но здесь на вот этой конфорке, мне кажется, она должна очень быстро закипеть, поэтому надеюсь, что и так будет нормально. Я закатываю уже компот. Все, закипело хорошо. Прям с большими пузырями был компот. Наливаю банку, прям, что называется, с горкой. Вот знаете, пока не начнет вытекать, накрываю крышкой и обычной этой закаточной машинкой, даже не знаю, как она правильно называется, закрываю, переворачиваю и буду сверху еще одним одеялком накрывать баночки. Сейчас я накладываю еще одну кастрюльку для закатки. То есть вот у меня 15-литровая кастрюля. Сюда я кладу миску ягод, да. Иногда это смесь, ну, и как это, чаще всего это смесь ягод. Вот сегодня это просто жердела. Я обожаю вот этот компот, несмотря на то, что он как бы не красный, как многие любят. И вот у меня есть графинчик с вот такой вот отметочкой, до которой я насыпаю сахар. То есть вот сейчас специально взвесила, здесь получается 1,2 кило. Вот, всыпаю сахар и добавляю воды, все, и ставлю кипятиться, и как только закипело, буду опять закатывать по баночкам. У меня получается вот 4 баночки закатываю и чуть больше половины оставляю себе пить. И с этой партией получится точно так же. Фоня, Афонь, покажись. Афонь, покажись. Кто идет подстригаться? Вот твоя прическа, стой. А покажи. Красиво, папа не едет так быстро. А ты снимай быстрее. А то так подсолнечника не видно. А ты в эту сторону. А это видно, что лампочка на бензин уже загорелась. Это моя любимая тема, когда меня трясет. Я боюсь этого. У меня сразу паника начинается. Мы приехали на мойку. Сейчас машинку помоем в Титеровке. Вообще мы ездили в деловые линии отправить все-таки принтер обратно, чтобы его починили, пока он на гарантии. Так что вот, все отправили. 1000 рублей нам обошлась отправка с упаковкой. Потому что мы прошлую упаковку выкинули. Поэтому там его нам упаковали.